See you later. Это с Южной... South Africa or South America? South America. С Южной Америки пара. Они... Он путешествует по Индии больше 30 лет. Сайрам, сайрам, сайрам. Вот такое утро 23 ноября. День рождения Саи Бабы. Я не знаю, чем все время посыпают улицы. Может, випхути, может, хлоркой, но хлоркой не пахнет. Народу очень много. И я не заходила на сайт ашрама. Я смотрела просто с крыши и видела репетиции на стадионе. Видела репетиции на стадионе, и я думала, где же будет проходить празднование. И вот только сегодня на сайте ашрама я увидела, что будет в ашраме проходить. Вот такой сегодня мой лук. Вот такие браслетики, вот такие серьги, колечко. И вот одно из моих любимых сари. Вот. Ну, тут еще... ну, вот такие бусики. Тут еще у нас есть кто-то краше, чем я. Show your look. Саши, купила в Варанаси. Варанаси дресс? Купила в Варанаси вот такую красивую блузочку. Я все ругалась, говорю. Ну, столько шопинга и ничего не носишь. Так, а это у тебя Джапамала from what? Из аметиста Джапамала он нарядился. Show your other Джапамала from... И вот один саду, он в Харидваре встретил одного саду, тот сидел весь обвешан такими джапамалами. Ну, это мало, это как гирлянда, а джапа это для молитвы. И Саши попросил у него, говорит, может быть, ты мне подаришь одну джапамалу? И он подарил такой, как бы, подарок, он с энергетикой этого саду. А я сейчас выключу, и мы пойдем посмотрим. Выключу камеру, пойдем посмотрим, что творится внутри ашрама. Конечно, там будет твориться красота, и, может быть, смогу чуть-чуть где-то из-под накидки там снять или втихаря. Вот, ну, пошли, пошли, let's go, let's go. Вот я попробую поближе снять. Такая очередь, мужской мандир. Мы сейчас разобьем кокос, положим цветочки. Я прям подошла близко-близко к Ганешику, пока меня не замели. Давай, давай, давай. Это уже совсем запрещенные съемки я делаю. Ага. Вот там вот для корреспондентов место. Это утро, вот сейчас 8:30, началась служба в ашраме. Вот. They will see us, yes, but a little. Говорю, чуть-чуть. Контрабандных съемок надо чуть-чуть. И вот здесь как бы квартиры преданных, которые старые преданные Саи Бабы. Здесь такие люди живут. Вот мы просто поднялись к ним на второй этаж и с их балконов посмотрели. Вот какая здесь красота. Вот это вход в женский мандир. Саши сейчас обходит маленького Ганешу вокруг Гапурама Гейта. Ну, я уже просто нагло снимаю, говорю, баба, прикрой меня, соучастник Саи Баба. А в мандире идет празднование. Сегодня не на стадионе.
Да. Вот на этом выходе, вот там у Саибабы вторая ручка материализовалась из кумкума, из красной красочки. Уже 8:30, почему-то еще работает столовая. Наверное, очень много людей приехало, им надо кушать. Открыта южная индийская столовая. Обычно она закрыта уже в это время. Начались баджаны. Да вот очередь в мужскую столовую. Да, надо же всех накормить, много народу, хотят кушать. Столовая работает дольше в празднике. Так трогательно, некоторые полицейские босиком ходят, разуваются здесь по ашраму, потому что в полной форме и босиком. А, это отходы из столовой, наверное, везет. Ну, this is for cows from farm, from our farm. Это мысли дня, каждый день пишут здесь вот... О чем нужно думать в этот день? И каждое утро мелом пишут высказывания бабы. В двух местах у нас, возле мандира и вот здесь вот на развилке. Очень много приехало больших министров, поэтому тут машины стоят, полиции много, охраны. Захватили индуса беленького ребеночка и с ним фотографируются. Для них это здорово. Yes, yes. Здесь, конечно, запрещают, но они здесь вовсю сейчас нарушают в такой праздник. Всех не переловите, всех. Ну, что делать? Они тут все нарушают сейчас. Я тоже подстроилась под нарушителей. Малая, softy, if possible. Вот решили с утра кокосик. По кокосику. С мягкой внутренностью. Вот они у нас 15 рупий сейчас стоят. Так, which color you like? Anything. Yellow. Желтенькие возьмем. Палочки. Глоталочки. Угу. Так, давай. Thank you. Put a stick inside. Ага, да. Камера? Я. Рекорд? Я. Видео. Видео и аудио. Видео. Only видео. Вот какие у нас профессионалы. Professional. Very, very professional. How many coconut every day you cut? 500 кокосов каждый день он открывает. Very good. Вот так вот мы пакетик взяли. Thank you. Они вот не только их открывают, они вот выковыривают им внутренности. Не, я сейчас съем, наверное. Ага, thank you, thank you. Вот во время праздников здесь открываются бесплатные медицинские точки. Люди встают, могут сказать о своих проблемах, получить бесплатное лекарство. В нескольких местах у нас тут в ашраме и в аутсайде есть такие международные. Кто угодно может подойти и сказать о своей проблеме. Поначалу я тоже так делала. Ну, а эта сторона ашрама возле нордов тихая, спокойная. Все собрались возле мандира. Yes, здесь же везде трансляция. Мы можем не стоять в очереди и ждать, чтобы мандир нас пустили. Мы можем отсюда слушать прямую трансляцию. А вот здесь вот за нордами построена кантин, типа такие кухня, столовая, вернее. И будет бесплатная пища раздаваться, просад. Вот в каких кастрюлях-то еду-то привезли. Готовили, наверное, в южной индийской столовой. Всегда в честь дня рождения бабы бесплатная еда. Пока они тут все готовят. Как закончится даршан, when finish, баджанс, даршан, программ. Сайрам. Сайрам. С праздником!
Спасибо. Тебя тоже. Very nice. Baba's birthday. Happy. День рождения. 91 год. 91 year. Baba's. 91 year. Sir. That is it. А, 8. That is it. А, вот там вот восьмой норд, седьмой норд. Ну, они так идут по шестой, пятой. Ой. Ой. Нам подошел мужчина и дал вот такой календарик. Beautiful. What message? Easier path to self-realization is the surrender to the God. Ego. Surrender to ego. Приятно. Человек купил, наверное, сейчас прямо календарики там продают и раздают. Тоже маленькая сева. А? Да, лучше встань в очередь, жди, может быть, подвезут. Проблемы с банкоматами, с деньгами, конечно. Люди стоят в очереди в наш банкомат, ждут. О, beautiful color, white. Baba, no possible to be more beautiful or less beautiful. Baba, I'm talking around surrounding. No, color, no. Matching. Mine better. Mine Baba bet. Match. Все спорим. У нас сегодня день рождения Бабы. Девочки, вот, наверное, вы в мандир идете, да? Да, девочки из Азербайджана. Все из Азербайджана. Все четыре. Да, все четыре. А, привет, Азербайджан. У нас кто-то приглашал даже в гости в Азербайджан. Не помню, правда, кто. Очень красивые девочки. Как вы красиво прямо нарядились. Молодцы, умнички. Привет, маме! Give them one календарь, you buy. Open, please. Кто? Он тоже необычный человек. Муж мой. Ой, какая молодец. Какая молодец. Необычный человек, муж мой. Сейчас русская женщина подошла, говорит, я так хотела пообниматься с своей бабой, говорит, но за неимением, говорит, можно я с твоим мужем пообнимаюсь? Я говорю, конечно. Потискай, потискай. Его уже потискали. У нас такая вот красавица, конечно. Такой муж должен быть рядом, безусловно, интересный человек. Но я просто думала по одаренности. Он случайно не одаренный человек? Конечно, одаренный. Кто здесь не одаренный? Тут все одаренные. Ну, знаете что? For your friends. It's mean from Baba for your friends. После этого будет за восьмым нордом просад, знаете, да? Бесплатные столовые построены. Там огромное вам спасибо. Спасибо. Счастья, здоровья, любви, благополучия, всего самого хорошего. Спасибо. Большой любови из Азербайджана. Сайрам. Сайрам.